Поездка по туристическому маршруту номер 6. Только единственное, что надо будет развернуться. У нас фашисты застрелили буквально сверху. Это улица Московская, на ней мы с вами видим отреставрированные старые немецкие дома. Постройки все имеют отношение к первой половине 20 века. Ничего вот такого прямо совершенно давнего здесь нет. Ну, а обратите внимание на архитектуру. Посмотрите, все-таки выдержаны такие элементы, как вот балкончики, какие-то украшения внешние. Но самое главное здесь здание и интересное, это, конечно, то, что имеет отношение к промышленности, когда мы были к администрации. Потому что вот мы сейчас с вами с стороны увидим администрацию. Да, ее же надо объехать. Управление всей вот Восточной Пруссии. Вот это, что мы с вами видим, Розовую площадь, это построено уже 21-22 года. И вот анкер, который здесь наверху. Сейчас сразу наверх. Полиция. Просто потом обратно здесь проезжать с другой стороны. Еще по времени успеем посетить храм всех святых. Вот очень интересно. То есть внутри он, в принципе, как бы недоделанный. И вот здание тоже интересно. Слева давайте посмотрим. Вот национальный банк. Вот. Да. И оно, в общем-то, частично было там разрушено. Поэтому остался вот его центр, левая сторона, а правая разрушена. То есть какой-то кусок откололся. Сейчас с правой стороны очень интересная будет экспозиция. Вся вот опять же завязана на военной тематике. Здесь они вот прямо такую лотанею оставили. Деревья, посмотрите, вековые, в основном это поля. И здесь мы можем с вами увидеть мемориальные такие вот комплексы, небольшое упоминание о военных событиях. И те, кто направо поворачивает танк, вот это очень редкий танк, он называется Иосиф Сталин. Не Т-34, а именно Иосиф Сталин. То есть это вот очень тяжелый, не совсем не соответствует легкости, допустим, Т-34. Река Пицца, главная река, здесь в городе. Мы потом обратно будем выезжать, я напомню, про нее, потому что там мостом поедет. Вот здесь вот сохранился парк. И
вот сейчас мы прямо едем, а про аллеи можем увидеть, вот там эти деревья, здесь было кладбище, где похоронены солдаты Первой мировой войны. И небольшой кусочек этого комплекса остался, ну, если пешком вот пройти, можно его там увидеть. То есть вот здесь, вот, в чем хорош город, они не вырубают деревья, не строят там, где... Можно тоже как бы заработать на построенных домах, как раз вот такие вот места очень хорошо сохраняются. Ну, вот здесь, видите, такие же дома, но реставрации нет. Вот где-то в реставрации, где-то не будет. Сейчас мы здесь будем поворачивать. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.